Знаки зодиака, доброта которых не знает границ. Делайте добрые дела и ожидайте получить взамен добро. У каждого из нас есть сильные стороны и преимущества, которыми мы можем гордиться. Знак зодиака накладывает свой отпечаток на характер человека. Представители этих четырех знаков очень хорошо ладят с любимыми людьми. Близнецы. Близнецы всегда заботятся о своих близких друзьях и семье, уделяя им особое внимание и заботу. Их талант – сострадание, которое просто радует окружающих. Им нравится помогать, и они делают это совершенно без личной заинтересованности. Любой, кто общается с близнецами, отметит их искренность и вовлеченность. Они всегда готовы выслушать, помочь и дать искренний совет. Они очень позитивные люди. Если в вашем окружении есть близнецы, цени этих людей, они именно те люди, которые придут вам на помощь. Лев. У львов огромное сердце и огромное желание быть полезным каждому человеку, поэтому они всегда готовы помочь каждому. Это так по-королевски. Лев готов решить любые проблемы и любые конфликты, которые возникают между близкими им людьми. Кроме того, львы обладают природной чувствительностью, что позволяет им интуитивно определять, что и как будет лучше. Дева. Доброжелательность и простота – вторая сущность девы. Она искренне верит в хорошее и убеждена, что плохих людей не бывает. Дева – очень надежный друг. Вы всегда можете рассчитывать на деву, в решении каких то проблем. Это очень постоянный знак зодиака. Дева готова на многие жертвы ради друзей. Обладая прекрасным аналитическим складом ума, дева всегда умеет подобрать нужные слова, чтобы помочь в трудную минуту. Рыбы. Лучший знак зодиака – рыбы. Это 100% правда. Они готовы отказаться от своих интересов ради решения чужих проблем. У них невероятная преданность. Если у вас возникнут проблемы, рыбы всегда будут рады вам помочь. Они знают, как правильно подобрать слова, чтобы вы почувствовали себя лучше. Согласны ли вы, что эти знаки добрые? Оставляйте свои комментарии на этот счет. Какой знак зодиака, по вашему мнению, является самым добрым? Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.